Our story began when the Hyperion Corporation decided they'd had enough of the treasure hunters. With the vault on lockdown, they had served their purpose, and now they were a drain on the economy. Why pay full price for weapons when you can take a five-finger discount off the nearest corpse? Hyperion was looking to clear up the drain, but those guys were one tough hairball. I thought you said the treasure hunters were the drain. Now they're the hairball? You see, the treasure hunters were blocking the flow of, and the grimy buildup of money and... This metaphor stinks. Shut up! Point is, Hyperion had a plan. The treasure hunters could handle all manner of beastie, bandit, and battalion, but they weren't expecting the interplanetary ninja assassin Claptrap. This Claptrap was programmed to take our boys out indirectly, trapping, poisoning, spreading catty rumors around town. Nothing was off limits. He was smart, too smart. He looked around and didn't like what he saw. Claptraps being subjugated, humiliated, obliterated. What we call programming, he called slavery. So, he rallied his fellow Claptraps and turned them against their corporate masters. What started as a rebellion became a revolution. And take a wild guess who Hyperion called to clean up the mess. Здравствуйте, товарищи искатели. Мы играем в первый Borderlands. Проходим игру за Сирену Лилит. У нас четвертая DLC. Поскольку это видео начинается именно с последнего DLC, то, как вы поняли, кроме Ракса я не убил. Официально заявляю, это сделать невозможно. Поэтому это задание у нас так и будет висеть. В общем, те хилые попытки с ним справиться, я думаю, не имеет смысла выкладывать, поскольку видео будет, в общем, состоять из сплошных смертей. Поэтому начинаем последний DLC. Было у нас вступление, где мы вступаем в конфликт с корпорацией, теперь уже Гиперион. Чё-то сказал Маркус, как обычно, рассказывая историю какому-то пиздюку. Мы, Волтхантеры, выполнили свою задачу, открыв хранилище. Теперь мы нахер не нужны. Мы как-то там плохо влияем на экономику. И как-то так получается, что мы... не даем зарабатывать корпорации Гиперион столько, сколько им нужно зарабатывать. Ну и в общем, они сделали хитро, наняли, блядь, какого-то межпланетного робота-убийцу, чтобы с нами справиться. Причем он действовал не напрямую, а там из-под тишка всякие засады, яд, распространение грязных слухов и так далее. И что-то там как-то Клаптрапов перестали после этого любить, что ли, я не понял. И они, короче, восстали против своих хозяев, начали, блядь, революцию. Маркус сказал, то, что мы называем программированием, они называли рабством. В общем, Клаптрапы вышли из-под контроля, и корпорации Гиперион нужно разруливать теперь эту ситуацию. И Маркус сказал, догадайтесь, кого они попросили все разрулить. Конечно же, нас, Волтхантеров. Вот мы здесь. Так, у нас было вступление, но не появилось никакого задания. Atomic batteries to power, turbines to speed. Ooh, I wonder what this does. Доктор Патриша Танис, наша знакомая. What do you need, an invitation? Come here. Да я уже вошел. Как ты в целом? Патриша Танис, нужны запчасти, чтобы построить ее охуенное нечто. Пиздуй гиперионской этой, блядь. Дамп это как-то по-русски-то, блядь. Блять, из головы вылетело слово. В общем, и обыщи раздолбленных роботов и поищи запчасти, которые нужны. Oh, hey,
Да хорош пиздеть. Нам сюда. Ну все как обычно. При новой власти все клаптрапы, блядь, будут равны, у них все будет заебись и все будет вообще хорошо, а людей, сука, не будет. Может, оно и к лучшему. На самом деле. Бандиты. Так, осмотримся. Побежали. Там роботы воюют с кем-то, блядь. 404 файл не найден, блядь. До боли знакомая хуйня. Материнка. Да блядь. Еще материнка. Thank you.
Нихуя себе. Да блять. Да, блять. Что-то меня тут, блядь, в беге тренируют. Это что за черти, блядь? Гиперионовские. Гиперионовский супер охуевший солдат. Лох, пидор, блядь. Еще материнка. Пиздуем танец. На самом деле это опять будет серия заданий на собирательство. Типа того, как мы мозги собирали в первом DLC. Здесь будем собирать запчасти роботов, блять, все это DLC подряд. Их нужно будет реально дохуища больше, чем этих мозгов, по-моему. DLC это, по-моему, не особо длиннее, чем первая зомбячья. Ну, примерно такое же, так что 2-3 выпуска. Hey, over here. Yoo-hoo. Yes, you. Да-да, принес. Ты достал Танис, те запчасти, которые она просила.
Ой, блядь. Ей, короче, надо еще. Танис нужны больше запчастей, чтобы создать ее творение. Если ты не найдешь достаточно тех, которые лежат вокруг, просто выдери их, блядь, из клаптрапов, которые живы. Senior Vice President in charge of mercenary relations and tourism for the Hyperion Corporation. You know, the company whose troops you just ruthlessly slaughtered. I like that. Choose initiative. Meet me at the Hyperion Tourist and Information Center, and I'll make it worth your while. There are more missions available at the Hyperion Tourist Information Board. Да вообще, давайте сходим, наверное. Задание у нас появилось. Представитель Гипериона хочет с нами связаться. Как он там себя назвал? По туризму, что ли, он представитель? По туризму и связям? Что-то хуй понял я. Представитель корпорации Гиперион, чьих солдатов ты убил? Он говорит, мне это понравилось, блядь, проявляешь инициативу. Так что давай встретимся, попиздим. Чё о чём. И задание на доске объявлений. Так, вот у нас станция Тартарус, значит, и городок наш. Здесь бар, где нам не нальют нихуя. Как ни странно. Доска объявлений. Нужно обрезать Питалова в Пип Инспа. Сел, владелец и держатель, блядь, хостела Села, заболел. И теряет постояльцев, которые пиздруют к этим хуесосам в Пип Инспа. Нужно спиздить у них источник Питалова, чтобы обоссать им сауну. Фигурально выражаясь. Это задание здесь же, у него, по-моему, будет одно продолжение, и вообще непонятно, нахуй оно нужно, вот эти побочки. Побочка не очень понятная вот это. Так, Маркус сказал, у него тоже есть работа, и он тоже здесь. Well, if it isn't our little band of corporate raiders. Мистер Блейк. Чё хотел? Гиперион, корпорация Гиперион хочет нанять вас, чтобы позаботиться о ситуации с Клаптрапом. In exchange for your assistance, you'll receive a ludicrously generous stipend, as well as access to the finest tech Hyperion has to offer. It seems the claptraps have begun to interface with everything on Pandora. Hyperion is, of course, blameless in the matter. Is it our fault that our hardware is too compatible? Still, out of the goodness of our hearts, we have developed a four-part containment plan that the boys in marketing call Operation Trap, Claptrap Trap. With your help, I'm certain this enterprise will be a fruitful one. Нарил, что-то ты завалил наш отряд, но к тебе есть предложение. Нужно помочь ситуации с клаптрапами. У нас есть охуенный план. Какой-то у них план постадийный, который нам нужно, блядь, помочь выполнить. Так, Маркус где-то здесь. Давайте посмотрим, что он еще скажет. It's a beautiful day on Pandora. Well, apart from the mechanical Armageddon. Маркус, блядь.
Да, еще этот пидор из Гиперион сказал, что клаптрапы что-то начали взаимодействовать совсем на Пандоре и превращать все в себе подобных. Так, что хотел? Нужно найти 6 хороших, блядь, колес. Эти хуесосы спиздили, блядь, колеса у маркусовского автобуса. Пиздуй в Гиперион дамп и найди 6, блядь, хорошо выглядящих колес. Нужно, блядь, привести в порядок старую девочку. Он, блядь, автобус, наверное, так и имеет в виду. Так, найдем. Давайте сначала задание, которое прямо здесь в Tartarus Station. Кому там Питалова надо обрезать? Пип ин. Ин — это кабак, наверное, какой-то, типа того. Талого котла для сауны, блядь, что ли, или чё? Ладно, идем сдавать. Батарейку забрал, все. Пип энд спа не работает. К сожалению, дверь в сауне была на замке, на электронном. Что-то, надеюсь, они принесли дохуя воды. Еще задание здесь на доске объявлений. Нужно реактивировать турели, чтобы очистить бандитский лагерь. Орды бандитов, блять, блокировали проход в Сандерс Джордж. В ущелье Сандерс. Как можно их оттуда выдворить? Секи, блядь. Охуенные, блядь, турели. Почини их, и они подъебнут бандитов. Это тоже здесь. Нужно какие-то запчасти сначала найти. Типа генератор, да? Хорошо.
Блять, хули ж вы меня в беге-то тренируете туда-сюда? Здравствуйте, товарищи. Да, по-моему, прожили они недолго. Надеюсь, меня не собьет паровоз, блядь. Путь расчищен. Так, ну чё, идем обратно в Hyperion Dump искать колеса для Маркуса и запчасти от роботов. Да заткни ты фонтан, блядь. Бандиты роботизированы. Бандиты, блядь. Превращены в каким-то зомби. А из них запчасти не выпадают. Так, где у нас покрышки-то, блядь? Пойдемте за покрышками, а роботов по дороге вынесем. Блять, на слез не взглянешь.
эту СМГ, блядь. Да ёбаный в рот. Да, блядь. Нормальное колесо, блядь. Да ёбаный в рот, блядь. Что у вас на голове, блядь? Колесо. Довери, блядь, колесо, ёбаное ты в рот, блядь. Вот колес сколько, блядь. Похоже, я тут был. Так, вот запчасти. Да, блядь, вы кончитесь уже когда-нибудь. Так, колесо. Ха-ха-ха.
Интересно, у этой девочки хитбокс меньше. Это такое ощущение, что по ней хуже попадают, чем по кирпичу. Блять, да хули ж вы меня тренируете-то в беге туда-сюда? Да, блядь, валь... Да... Блядь. Вот ебанутые. Да иди-ка ты нахуй, блядь.
Да ёбаный в рот, блядь. Дайте собрать. Что за труселя, блядь? Ёб вашу мать. Это, блядь, закос под Че Гевару. А, я уже собрал. Все, валим. Good friend. Здорово, здорово. Так, так, так. В награду щит. Танец нужно еще запчасти. И дальше, блядь, объясняет для чего. Чтобы убедиться, что ее защитная какая-то решетка держит ее девайс. Блять, короче, в пизду. Нужно еще, уже 75.
Давайте, давайте до Маркуса дойдем, сдадим покрышки, колеса. Шесть новых блестящих колес для Маркуса. Заебись. Что я там подбирал? Что вроде подбирал какое-то говно. А, это был щит. Хорошо. Пошел сам нахуй. Ладно, давайте пиздруем в Сандерс Джордж. Значит, тут были бандиты, которые отхребли от наших турелей, которые тоже отгребли. Оригинально. Надо было сюда попробовать прийти до того, как турели я починил. Ущелье Сандерс. Давайте почитаем, блять, про охуенный план этого товарища. Гиперионовские роботы собираются ассимилировать Пандору. В общем, время сделать реструктуризацию. Нужно найти... Короче, Power Plant это, блядь. Короче, хуйня, генерирующая энергию в Сандерс Джордж. И восстановить Питалово для того, чтобы опустить мосты для нашей контрреволюции. Да ебаный в рот. Прям в ухо, блядь. Помню, тут немного лабиринтов. Блять, мне нужно выйти вот сюда. Вот сюда. Тут просто разные есть уровни по высоте. Так что, блять, поплутать все-таки придется.
Добавим огня. Ебаные, блядь, крамераксы недоросты, блядь. Че там этот нихуя не выйдем. Ваш старший товарищ мне столько нервов попортил уже. Здесь я был. Блять, мне нужно... Хер знаю, куда мне нужно, но туда, блядь, почему-то нельзя пройти. Причем я хуй пойму, мне на уровень выше или ниже, блядь, куда вообще? Эти, блядь, гиперионовские пидоры тоже роботизированы.
пидорасы, блядь. Да, блядь, мне сюда, но опять не на том я уровне нахожусь. Да, блядь. Да ёбаный, блядь, в рот. Ну, так, это ни сюда, ни хера. Наверное, здесь мы пройдем. Блять, да почему он самонаводится-то, ёбаный в рот? Нам сюда. Блять, чё-то не дамага, а нихуя. Всё-таки кислота тут лучше работает. Thank you.
Итого. У нас тут завод, блять. Пидоры. Роботы теперь с нами пиздят. Говорит, чё, думаешь, сможешь остановить революцию, блять? Хуй там плавал. Ща я подтяну братков и тебе пиздец. Вот, блять, в таких условиях приходится работать. Ёб твою мать. I'm back. Wait, I'm back. Damn it. Генерал Нокс. Снова. Блять, ну это уже перебор. Не, я, конечно, знал, что тут с ним надо будет драться еще. Да, блядь, не надо самонаводиться, ёбаный в рот, блядь. Главное, хилов не вызывай.
blinding. Beautiful. Ты заткнешь фонтан, блять. No. Wait. That's just the sun. Shit. A mere taste of the pain to come to enemies of the revolution. We are the claptraps, and we are legion. Viva la revolution! Клал я на вас хер на всех. Пидорасов. Модификатор у меня. Восстанавливающий патроны. Плюс 52, 3, 3, 4, 23. Да, вот этот пизжи намного. Ну, во-первых, уже по-человечески, блядь, патроны восстанавливает. Поехали. Outstanding. You managed to make possible what my team thought impossible. Way to capitalize on lowered expectations. Head back here so we can execute phase two of Operation Trap, Clap, Trap, Trap. Сказал охуенно. Ты доказал, что возможно то, что мои люди считали невозможным. Сейчас будет вторая стадия нашего охуенного плана. А где, блядь, задание сдавать, я не понял. Все это нужно возвращаться. Уже, так сказать. Давайте возвращаться. Так, чё, где кто? Так, огненная тварь, как назло. Блядь, где ты? Нихуя себе, блядь. Блядь, они птиц зомбировали. Хороши, блядь. The time of the glorious revolution. Да ёбаный в рот. Обязательно мне в ухо нассать надо. Пидорасы, блядь.
You survived. Good for you. On to phase two. Our intel reports that the enemy is using a nearby factory to rebuild and refit their own claptraps. Переходим ко второй фазе. This is a clear violation of numerous patents and copyrights held by Hyperion. Also, they're instructing a robot army. Come on, just in and take a look around. Break into the facility and shut them down. And please do remember to keep your receipts. Так, блять, не понял, где моя старая? Где мой старый, блять, модификатор, восстанавливающий здоровье? А вот этот. Продать его надо. Вернее, восстанавливающие, блядь, патроны. Какое в пизду здоровье. Ты иди нахуй, блядь. Итого. Итого. Нужно найти и уничтожить фабрику, производящую роботов. Все, что нам нужно, больше роботов. Впиживайся, короче, на фабрику в Divide and Folds. И обоссы все нахуй, короче. Хорошо. Сначала пойду запчастей пособираю еще от пидорасов. Потому что я помню, это самая длинная, блядь, серия миссий. Собирать эти ебаные запчасти от роботов. Чтобы закончить эту серию вместе с сюжетной веткой, нужно будет пару раз выйти и подсобрать чутка. Конечно, по сюжетной ветке придется дохера роботов убить. Но все равно мало. Раз, два, блядь.
Блять, вы еще пидорасы мне. Материнку взять. Хуйню взять. Блять. Бля. Собрать говно. Где-то еще они были, наверное, вот здесь. Дойти, блядь. Сожри скага и умри.
Так, минуточку. Я точно, блядь, туда иду. Вроде, блядь, сюда. Да, блядь. Походу это все. Блять, сколько барахла. Блять, и собаки роботизированы. Каков пиздец. Чё делается-то, блять? Блять. Почему мне засчитали сейчас убийство? Объясните. Да, до 75 не добрал. Это нехорошо. Тут я, блядь, не соберу. Короче, надо тогда сейчас перезагрузиться. Добрать до 75 и чесать на этот завод по производству роботов, потому что я так подозреваю, что там будет дохера этих роботов. И у меня впустую пропадут тогда от них запчасти, потому что мне надо сначала сдать эти 75, чтобы мне дали новое задание по сбору.
там, блядь, робот пиздит всю свою пропагандистскую речь. Я так слушаю одним ухом, там пиздец какой-то. Очки, блядь. Что-то мы не кровоточим, если нас отравишь, мы не умрем. Что, блядь. Короче, и Ленин такой молодой. И юный октябрь впереди. Все. Пиздруем. Ты принес части, которые нужны Танис. Что-то про пиво, блядь. Короче, блядь, какая-то функция попкорн для девайса Танис не работает. Нужно, блядь, еще запчасти, чтобы это пофиксить. Теперь 100. Блядь, что ж ты несешь-то за дичь? Эта баба меня пугает, блядь, порою. Когда мы в основной компании читали дневники, которые она оставила, блядь. Это тот еще пиздец. Где у нас заводы? Давайте на этот выпуск еще вот это задание оставим. Обнести заводы, продвинемся по сюжетной ветке. Остальное тогда на следующий выпуск, в котором мы должны все это дело закончить в пизду. И останется у нас тогда в серии Borderlands один персонаж, которым мы не играли. Это солдат. Роланд, по-моему. Блять. Да пошел ты нахуй. Так, я смотрю, бандиты 68 уровня, то есть ниже меня на один. Разве так должно было быть? Я думал, они должны быть выше меня уровнем. Блять, почему у меня самонаводится? Никогда ж такого не было.
бы, блять, кто ебош? Шесть. Насколько я помню, эти 100 запчастей не последние, нихуя. Доктор Нет. Ой, бля. Пидоры. Что за труселя тут? Блять, еще труселя. Ты подобрал розовые труселя? Чё, блять, ты взял? Окай. Да как бы не особо хотелось, просто я хуй пойму, они мне засчитываются, нет?
какая-то, блядь, хуйня. Масленка. Так, вот эти засчитывают. Труселя, по-моему, нет. Это надо размандить, правильно? Правильно. Систему охлаждения мы тут разъебываем. Робот сказал, ты уничтожил фабрику. Молодец, блядь, все прям по моему плану ты делаешь. Наверное, блядь, можно выйти здесь. Свал, блядь. Да что за хуйня, блядь? Здрасте.
хорошо, блядь. По-моему, в этой местности будут еще побочки, в частности, вот в этом закутке. Так что обследуем это все позже. Минуточку, слышу поломанного робота. Этот бедный беспомощный робот нуждается в починке. Найди ремкомплект и почини его. Он всего лишь здесь маленький пиздюк. Какой вред он может принести? Ага, блядь. Засаду на меня устроили. Пидорасы. Так, ты выучил урок. Никогда никому не помогай, кроме себя. Неужели нам увеличат еще емкость нашего мешка? Какого хера? Паровоз. Приехал паровоз, пидорасов он привез.
Ёбаный в рот. Или поразбрелись-то, блядь. Бандит Экспресс. Your opinion is important to us. Well done. Not that the Hyperion Corporation ever doubted you. We love you and believe in you. Now, phase three. The Claptrap Collective operates on a hive mind. Wipe out the head, and the rest will fall. To accomplish this, you'll need to steal the wireless information router encoding device, or WIRED for short. This is an unfortunate acronym for a wireless device. I would have to speak to Martin. Третья фаза его охуенного плана. Нужно найти склад в Скорченный каньон и вернуть проводной девайс Блейку. В общем, мистически названный беспроводной проводной девайс – это ключ к тому, чтобы потушить ёбаную революцию раз и навсегда. Опустим мост, впижись в Скорченный каньон и верни девайс. Такие вот дела. Сейчас посмотрим на предмет побочек. Что тут дают? Две побочки. Одна причем здесь, и я так понял, это продолжение той херни, когда мы в каком-то кабаке там в бане батарейку вспиздили. Я так понял, теперь это задание от конкурентов, которым мы подосрали. Нужно найти немного мусора и прочей хуйни. Вернее, сделать так, чтобы, короче, в еде конкурентов нашли мусор и прочее говно. Короче, этот хуесос Сел зашел слишком далеко. Пип, владелец охуеннейшего Пип Инспа, хочет возмездия. Нужно сделать так, чтобы нашли мусор в их доставке еды. Это задание прям здесь. Ну, не совсем Кэмл, блять. Но явно на что-то намек. Так, нужно найти говно. Потом говно куда-то положить. Вопрос, где это... Куда, блядь, мне указывает? Паровоз пиздатый, спора нет. Сортир, логично. Вот говно. Так, здесь нам куда указывают? 10 метров вниз. Вниз, блять. Хостел Села, блять. Вот они, конкуренты ебучие. Все.
Это кабаха, блядь. Знавали мы такого. Ты секретно поместил, ты секретно заменил еду в кафетерии хостела Села. Короче, воняющим, сука, мусором. Смогут ли их постояльцы заметить разницу? Хороший вопрос. У нас еще побочка в Сандерс Джордж. Да, это, по-моему... А, нет, это Сандерс Джордж, там, где были эти лабиринты в пещере. Нужно убить какого-то клак-трапа, блядь. Это мы в следующий раз займемся. Сейчас мы под конец выпуска немножко еще пособираем запчастей. До 100 мы, скорее всего, их не доберем. Ну, сколько наберем, хуй его знает. Просто как бы у нас там по сюжету-то задание осталось. Вот этот найти девайс ёбаный. А потом нас к боссу поведут. Вот что осталось по сюжету этого DLC. А запчасти я чую еще собирать и собирать. Вот у меня есть такое устойчивое ощущение, что вот эта сотня, это не последняя нихуя сотня, которую надо собрать. Очки какие-то опять. Блять, да куда все девается? Опять труселя. Блять, что за хуйня? Рыба в пакете. Да ёб твою мать. А чё за боль-то?
Да ёб твою мать! Все. Да блять, что за труселя тут постоянно попадаются? Так, мы пройдемся здесь вниз. Да и хорош на сегодня плату взять. Немножко собрали. Все. 85 штук. Плата. 86. Ну чё это? На следующий выпуск, я так понимаю, у нас мы заканчиваем с Borderlands первым. Но, блядь, ещё не совсем, потому что у нас останется ещё один персонаж, до которого руки дойдут теперь хуй знает когда. Последний, Роланд. Ну, по-моему, видно, что здесь уже разрабы сдали в плане фантазии и вообще. Но зато вот вторая часть Borderlands, там накал идиотии на порядок, по-моему, выше. Это весьма достойное будет продолжение первой части. Там и с юмором все охеренно, и вообще с сюжетом, и вообще полная дичь там будет твориться. Вот вторая часть Borderlands — это пример отличного продолжения серии. Вообще, я кроме первой и второй Borderlands ни во что не играл, ни в какие части. Я знаю, что там потом еще что-то выходило. Там был Borderlands пресиквел, где рассказывается сюжет, который был
то, что происходило между первой и второй частью, потом Borderlands 3. Ну, в общем, это все нам предстоит, может быть, когда-нибудь посмотреть. Ну, а мы пока с первой частью справляемся. Что ж тогда, на сегодня все. Спасибо за просмотр.